Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, и мы сегодня с вами продолжаем играть в GTA 4. Друзья, я всем желаю приятного просмотра и отличного настроения. А если вы лайк еще не поставили, поставьте обязательно! И какая миссия сейчас будет? Очень интересно узнать. Еще больше мне интересно... Еще более интересно узнать было бы... Когда переодеть Нико? Надо переодеть его просто полюбас. Ой, как он. Тихо. Магазин с одеждой тут рядом находится. Так, вот он. Надо переодеться. А то в одной и той же одежке ходят. Так. Что бы ему одеть такое? Обувь, конечно, бы не помешала бы ему поменять. Кстати. Вот этот, по-моему, курточку-то я не одевал. А, это ботинки? А, давай, ладно. Так, ботинки. Так, это у нас что? Ну, это такая курточка, многим знакомая. Я даже не знаю, слушайте, что лучше ему одеть-то. Что лучше ему? Вот это может? Ну, давай. А вот неплохо. Ну, пускай, наверное, так пока и будет. Или джинсы. Давай лучше джинсы. А, ну давай это, ладно. Сойдет, вполне. Все, теперь можно и на задание ехать. Так. Что там по заданию? Дмитрий. Угу. Ну, до Дмитрия ехать недалеко. И это хорошо. Дмитрий. Hey. Привет. Sit down. Садись. What's the problem? Что у нас за проблема? What do you think? А ты как думаешь? Михаил. Мистер Фаустин. Мистер Фаустин. Ага. You're given a choice. У тебя есть выбор. Kill your best friend, убить своего лучшего друга или умереть. Что бы ты сделал? No, а другого выхода not нет? Now. Теперь нет. Petrovic, особенно son. После того, как ты убил сына Петровича. У тебя семьи нет, ты можешь бежать. Go, куда бы ты ни отправился, тебя всегда смогут найти, если очень сильно этого захотят. А сейчас они жаждут крови. Но у вас, Михаил, так много всего связывает. Это точно. Well, я убил мальчишку, они хотят убить и меня. No. Нет. Я сказал им, что ты наемный убийца. Said, а они ответили, что если ты человек, который убьет Михаила, тебя не тронут. So вот, значит, как. Yes, да, выходит, что так. Скоро он выйдет из дома и направится в клуб. Сделай то, что должен. Знаешь, одно я усвоил точно. Мы должны соблюдать правила игры. Мы можем играть в игру, Ника Белик. Но мы не можем изменять ее правила. Увидимся. Ну да, Фаустин, конечно, он вообще с катушек съехал. Это с ним сделал наркота, правильно же я тебя понимаю? Далеко ехать-то вообще? Нет, недалеко.
перестройка. Интернет-центра. Хороший вообще просто тупой перевод. Интернет-центра. Ника, у тебя нет права на ошибку. Михаил опасен. Я оставил тебе броню за углом клуба. Она тебе поможет. Твой друг Дмитрий. Так, броня. Нет права на ошибку, говорит. Нико. Ника. Нико Белик. Ника Белик. You and Dimitri are taking over. Вы с Дмитрием решили занять мое место, да? Дело совсем не в этом. Ты сам во всем виноват. Ты позволил себе зайти слишком далеко. Если бы не я, ты бы уже был мертв. Собственно, когда ты убил Влада, Дмитрий так и собирался поступить. Дмитрий. Мой брат. Видишь? Эта татуировка означает, что мы с ним братья навек. А он взял и предал меня. Ты не оставил ему выбора. Нужно было быть спокойнее. Никому, даже Дмитрию, не позволено успокаивать меня. Думаешь, Дмитрий выжил бы в тюрьме без меня? Да если бы не я, было бы ему... Быть ему бы петухом там. Я еще не умер. Есть еще преданные люди. Охрана. Люди, на помощь! Давай, быстро. Сюда побежал. Ёлки-палки. Ёлки-палки, сколько бабла с них выпало. Так. Где он там? Ух, ни хрена! Так, сколько там патрон? Ну так, прилично на самом деле. Фаустин мертв. Ты сделал доброе дело. На тяжелое, но доброе. Надеюсь, это положит начало миру с Петровичем. Так. А спуститься, так понимаю, здесь, да, можно?
Ага, спуститься и хренушки. Это крыша. Вроде обошлось. Я думал, будет гораздо хуже. Окей. О, сейчас такси сел. Ты подумай, а? Так, давай сначала надо затариться. Так. Пропустить поездку. Да еще за дополнительную плату, блин. Давай, беги, мужик. Так, квартира, оружие, цвет за бабки, кабаре, боулинг. Пока еще рано куда-то идти, да? Я так понимаю, наверное, надо, чтобы кто-то позвонил, правильно? Сейчас подождем, может позвонить кто-то. Надо бы найти сейчас тут где-нибудь торговца булочками. Пожрать Ника надо, восстановить здоровье. Так. То ему, конечно, покоцали прилично, так я бы сказал. Пока не видать никого. Попрятались все торговцы булками. Что-то, короче, понятно, что ничего не понятно. Может быть, надо в интернет-кафе сейчас заехать? Или домой отдохнуть? Вот здесь, вот он. Давай. Надо поспать. Дмитрий, мои деньги у тебя, у меня. Встретимся на складе в центре брокера на Амахане. Приходи один. Давай, залезай. Так. Стоп. Что за фигня? Здорово, чувак. Слыхал, ты серьезно насолил русским? Да нет, тут только один стал возникать. Собственно, он уже в могиле. Собираюсь встретиться с Дмитрием. Эй, йоу, Ник, ты все-таки поосторожнее, что ли? Это значит, ты крутой, но эти парни фирменные паскуда. Я не боюсь. Йоу, что не видит глаза, почувствует сердце. С тобой, куда идти? Склад на Махане. Знаю такой, я тебя прикрою. Угу, хорошо. Так, теперь надо найти такси. Оно сейчас как назло поедет дальше, да? Я так предполагаю. Не, успел. Так. Поехали. Чё-то странно, что он его сюда именно подвез. Ну ладно. Окей. Так, давай иди отсюда.
Смотри в оба, понял? Ясен, Пен, не переживай, малыш, я пригляжу за тобой. Эй, Ника, рад, что тебе удалось со всем разобраться, да уж, деньги привез. Разумеется. Я просто еще раз хотел сказать тебе, как же мы с моими боссами благодарны тебе за то, что ты сделал. Хорошо. Да. Я еще кое-что хотел уточнить. Валяй. Ты ведь Ника Белик. Правильно? А что? И ты работал на Средиземноморском побережье, тайно переправлял людей в Италию. Не понимаю, о чем ты, но ты налажал. И остался должен кучу бабла. Ты обчистил моего хорошего друга. Привет, Ника. Привет, мистер Болгарин. Дружище, где же наши деньги? Не знаю, я у тебя ничего не крал. Правда. Нас взяли на расстоянии мили от берега. Мне пришлось грести изо всех сил, чтобы выжить. Я не знаю, что произошло. Я сам чуть не утонул. У меня сердце кровью обливается. Я сделал все, что мог. Я не облажался. Убери его. Так. Ну, давай, вылезай. Многовато их там. Еще жесть. Так. Сколько их здесь? Сколько? Ну, быстро. Откуда? Отдыхай. Лежать. Так, аптечка. Тебе она не нужна, да? Так. Еще сверху оттуда шпарит, да? Так, пушек много. Быстро. Пошел, пошел, пошел. Жесткая перестрелка получилась, просто жесть. Давай в обратку. Блин, тут сложно будет. Две звезды, правда, конечно. Но все же.
Блин. Переместился круг. Это будет достаточно сложно. Так, уезжай, давай. Ёб твою. Повезло. Так, все, теперь надо вернуться за другом. Только на чем-нибудь поприличнее. На выход. Да уйди отсюда, блин. Так, маршрут-то надо проложить. Ну, по-моему, достаточно быстро удалось оторваться от полиции. Ну, хотя, возвращаясь к вопросу звезд, так их было всего лишь две, поэтому чего удивляться. Блин. Тачку покоцал. Ну ладно. Ничего страшного. Ну там все это время ждал, что ли, да, получается? А машинка там осталась около входа? Да, осталось. Так, сейчас надо подъехать с другой стороны. Ну, другое дело. Так, чего тут можно подобрать? Что-то не похоже на голос малыша Джейкоба. Стоп. На, быстрей. Куда он стреляет? Yo, find me a car, I have to get out of here. Все, тут один оставался противник. Хорошо хоть, что миссия не была провальна. Yo, you lose Babylon, man. Power back at the cafe. Теперь карта стряхнул, увел. Так. Я же говорил тебе, что у Дмитрия всего нож за пазухой. Я не знал, что болгарин здесь, Liberty City. Если бы я убил их всех еще тогда... Остынь-ка, чувак, всему свое время. Курочка по зернышку, смекаешь? Мы выясним, где Дмитрия, а потом бам! Прихлопнем и всех остальных. До тех пор лучше не высовывайся. Чертов Дмитрий, сначала он заставил меня убить Фаустина, а потом продал с потрохами. Да успокойся, Ника. Ты что, не видишь? Чувак всех наколол. Он сам себя погубит. Чем выше мартышка залезет, тем ее голая жопа виднее. Клянусь, я своими руками разделаюсь с Дмитрием. Хорошая машинка вот эта прям. Хорошо едет. Быстро. Маневренная достаточно. Далеко еще? По-моему, тут уже где-то рядом прям совсем, да?
Так. Ой-ой-ой-ой. Опа-па-па-па-па-па-па-пам. Ну все, тачка уже в говнище практически. Я поговорю с плохишом, а ты пока не высовывайся. Вызвони Романа и валить отсюда. Спасибо за помощь, Джейкоб. Удачи, братишка. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.